без зрителя арт-видео. Это могло казаться большой шуткой. 16 лет назад, именно в ночь на 1 апреля, любимица миллионов прилетала в Преамурье. Приятно было, что именно в 2:30 вы меня встречали. Это тоже, значит, только вы ждали. И ее действительно ждали. Уже вечером певица давала единственный концерт в городе Угольщиков, Райчихинске, без заезда в областной центр. После концерта, вопреки огромному нежеланию тогдашнего директора певицы Ольги Коняхиной, Ротару душевно общалась с прессой и тепло отзывалась об амурской публике. Неважно, молдавский, украинский, да, зритель-то понятно. Бесподобный. Простившись с нашим бесподобным зрителем, София Михайловна вернется сюда только спустя 9 лет. На днях Амурской области бесплатно споет на площади Ленина для всех, кто ее по-прежнему любит и ждет. Еще через 7 лет самое непростое время для Украины и России не отменит грандиозный юбилейный тур по Сибири и Дальнему Востоку. Я народная артистка Советского Союза, и мне дорог каждый мой зритель на всем постсоветском пространстве. Я еду к вам. Софии Михайловне сейчас непросто, говорит ее нынешний концертный директор Сергей Лавров. Кому-то и в Украине, и в России очень бы не хотелось видеть ее в российских глубинках. Но музыка Ротару вне политики. И это подтверждают уже состоявшиеся концерты в Сибири. Она по-прежнему собирает полные залы и заново испытывает зрительскую любовь. Команда певицы насчитывает около 50 человек. Это и ее музыканты из ансамбля «Червона рута», это и два шоу-балета «Аквериас» и «Аура», это и сестра певицы, заслуженная артистка Украины Аурика Ротару, которая тоже выйдет на сцену общественно-культурного центра. Как и 16 лет назад, этой ночью народная артистка СССР доберется на трех спецвагонах в Благовещенск и окунет нас в мир красивой музыки с молдавскими, украинскими и русскими оттенками. Сергей Логвинов, Альфа Новости.